Готовы? Время! До конца осталось. 4 балла! Держать! Держать, Саша, руку держи! Руку держи! Назад, иди, назад, назад, иди, назад, назад, на колени! Лёг, ты что? Сзади держи! Останавливай туда на колено. За колени считаешь. За разговор. Уже проигрывает. Главное, Макс, приведи его. Да. Один балл. Держать, Максим. Считается. Я сказал, что все считается. Держу ног. Это не дзюдо. 10 секунд. Два балла. Считайте держание. Поднимай стойку. Поднимай стойку. 4 балла. Бросок на балл и 4 балла 5. Здесь. Удержание 4 балла и бросок на 2. 8-0. Почему 0? А сколько? Ты сделал что? 8-2, наш 8-2. Броска нет, потому что сам упал. Стоп! Стоп! До корон! До корон не боремся! Никому? Нет, он делал бросок, он защищался, он не убегал. Нет оценки. Проигрываешь. Артур, проигрываешь. Один балл. Не балл, Артур. А может, теперь ты сразу уже знаешь, что это было. Какой там счет? 3-4. Пошла последняя минута. Если замечание, то никому ничего не дается. Схватка в ничью. До конца. До конца. Сверху. Один балл, Миша. Поднимай стойку. Стойку поднимай. Свисток сразу видишь, они выше запрыгнут, чтобы не ударили. Время! Стоп. 4-3. Значит, сюда ты должен взять и поднять руку победителя. Сзади руки ушли. Так, кто выиграл? 10-2. Поднимай руку, поклонился. А не выиграл, поднимай эту голову. Кто здесь счет? Есть балл? 5-0. Выиграл. Максим, поклонились. Так, следующий. Если бросок начался до команды, считается. До свиста, до гонки считается. После нет. Что здесь? Нет, кто? А, ты делал? Ты делал. Ты выиграл? Ну, тоже. Еще!
Эй, день. Так, Фабиана, Вертмайер. Сразу запрашиваю. Фабиана, да. Да, сюда. Да, я буду судить. Миша там туда, или Макс судит. Кто здесь судит? Саша. Кто тут судит? Саша. Саша. Так, значит так. Берешь согласно, с колен не делай. Твоя задача. Быть не быть тут, а вытеснить ее туда за край. Не бежать, и так, знаешь, это самое. Если вдруг там вперед бросать, пока не очень не хочется, но руками чуть-чуть выведение можно делать, но так чуть-чуть сзади. Но она большая, может потянуть. С колен не делай, пока не научишься кукурузу. Победа делаешь все, что хочешь. Ну и еще раз, тебе, эй! Ну мяч! Аич, все! Вот так, ты не твоя задача. Раз, раз, чтобы он вышел. Это он упал. Бросок. Дойба. А ругает дойба. А если он вышел сюда, он упал. Аккуратно. Давай, будь прилично. Готовы? Да, да, да. Свисток, время. Центру, Фабиана, центру. А Фабиана не уходи. Не видел, не могу сказать. Ну ничего не было. С той стороны, пожалуйста. С той стороны здесь камера. Сашенька, встань с той стороны. Вот так, да. И тебя будет видно в камере. Да нет. А еще, еще, Сашенька, еще. Вот так. Много говоришь. Давай поговорим. Через секунду, папе. Есть. Один, один. Уно-уно, да? Да. Ай. Матэ? Матэ, за выход пока ничего не давай, потому что... Души. Назад. Держать, души. Ну-ну. А ноги где? Листок. Ну-ну. Дина моя пока. Саша, ты с той стороны. Ты свисти так, чтобы не слышать. Не слышать еще раз, с той стороны. Нет, оценки, упал на колени. Макс, с другой стороны. Лицом ко мне, Макс. Поднимай стойку. Все. Лицо. Туда, уйди туда. Я не видел, чтобы он что-то дергал себя. Ты их держал, но вряд ли что-то видел. И смотри, чтобы Фабиан не бегал. А два шага вперед. Давай, давай, давай. И внизу, и потом сзади. Вот так, ты не бой. Ты не брыл. Вот, вот, вот. Покажи в одну сторону, вроде бы. Сзади туда. Ну сзади, беги, беги его. Макс! Держи! Ногами держи! Ногами, Андрюха! Ногами ноги! Ногами ноги! Один балл! Сбила кукольчик! Есть, аккуратно! Два балла! Счет там! 5-3! 5-3, Фабиана! Ай, ай, Яночка! До конца! Патру! Он! 4 балла за болевой! Патру, патру, 8! Уже 8! Если есть, дальше! Дальше пусть борется! А Николай надо отыграться, чемпионат Европы идет! Стоп! Матыш! Абади! Заправились! Заправили. За старые вместе заправили. Поправили кимоно, курт. Кто чемпион Европы у нас? Счет. 2-0. Андрей чемпион Европы. Ушли. Счет. 5-4. 5-4. Чемпион Европы, Макс. Кто здесь? Молодец.
Максим, чемпион Европы. Пожали руки, ушли. Следующие вышли. Я с удовольствием. Артур, если можно, встань туда, а Сашенька сюда. Макс, да, пожалуйста, дайте вот это, Николай. Фабиана, ну, встань с той стороны, Фабиана, в сторону. А, сейчас мы сделаем по-другому. Итак, чемпионат мира. Поднимите руку, чемпионы Европы. Итак, есть чемпион Европы? Нет. Где рука? Вот так. Готовы? Время! Чемпионат мира! Одну руку не убери. Старайся вокруг, пробегать вокруг него, да? Еще. Вот если так не держать, не так тяжело бросить, да? Посмотри, на смерть тебе сюда. Нет. Два раза выйдет, там замечает, потом ты будешь смотреть. Возьми у него, чтобы он за ноги играл. Есть очки здесь, нет? Что, Макс, в следующий раз я другого тебе дам? Меня? Нет, дам, другого. Там пойдет сразу три человека. Там пойдет сначала Андрей, потом Николай, а потом пойдет этот Петелит. Если он у всех троих выиграет, тогда да. Вниз. Да, иди сюда, бегом. Ко мне, бегом. Чтобы он сам упал. Вот так, мучи, не чтобы он вот. Не бросай сразу. Переверни его. Хорошо. Стой, кукатамин. Да. Видишь, он никакой. Возьми еще, подергай его. Просто ты покажи. Видишь, он уже встать не может. И все, и выиграй. Андрей, много говоришь, Андрюша. Судья не должен говорить. Ты должен говорить оценки и все. Андрюша, не говори много. Я только могу говорить. Время. Стоп! Время, встали, заправились. Встали, заправились. Заправились? Так, смотрим здесь. Кто у нас чемпион мира? Оценки есть? Нет. Значит, нету. Но он перейдет. Одну схватку выиграл. Все, ушли. Кто здесь выиграл? Счет какой? 4-0, Миша. Ну, замечать 4 балла. Миша, слушай. Все вопросы после схватки. Если футболист начинает на поле что-то доказывать, желтая карточка, желтая красная, и до свидания. Нельзя доказывать. Слушай, даже. Еще раз. Баллы.
и замечания. То есть баллы всегда выше. Поэтому если у него одно замечание, ничего. Если два замечания, значит один балл он проигрывает. Если три замечания, он два балла проигрывает. Если четвертое сдали, тогда не снимает. Все, здесь чемпион мира. Миша, здесь ничья. Ну, сейчас, значит, сладко. Ты понял, как они снимают? Больше не надо его взять. Замучишь, чтобы он не встал. Замучить и все. Итак, нечего тут. Все, ушли. Следующий выше. Да. Фабиана. Макс. Сюда. Сюда. Макс. Да. Фабиана. Ку-ку. Туда. Макс. Значит что? Она тебя выталкивает, ты бросаешь в другую сторону. Ты даешь ей захват. Не рвешь захват. Ты даешь ей захват, она берет, берет захват, берешь ответный захват, да, просто встанет чуть-чуть, походи немножко, пусть она тебя повыталкивает. Если сильно ты убираешь мастерную, раз ее, она пью. Выталкивать ее не надо, вот она тебе пусть будет. Так, тебе я не даю судью. Так, кто будет? Саша судья. Саша, как ты туда? Максим сюда, вы сюда. Это чемпионат мира. Время. Смотрим. Да, правильно, Андрюха. О, красавец, 4 балла. И сверху работай, пусть время идет. Сядь на него и сиди. Вот так умница. Как его? Артур, там не надо судить. 4-0. Два шага вперед. Все. И готовь еще раз эту ситуацию. Вперед! На него сверху, Борис, по стойке. Ой, Патрик, Патрик. Руки убираю, сейчас не лезь, сейчас убираю руки, чтобы его не взял. Вытаскивай локоть! Вытаскивай локоть! Вытаскивай, вытаскивай! Держи! Вот, 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 держи руку, руку держи! Двигайся, двигайся, Каталин, двигайся! В другую сторону, руку ближе держи. Шею не давай. Руками защищайся. Данила, с другой стороны, там камера. Поднимаем стойку. 4-0. Убирай пояс, Катерина. Убирай, какой будет привязывать. О, 4 балла. Кстати, держание. Саня, спишь. Тренер кричит. Считай ему 20 секунд. Быстрее считай. Кстати, держание. Отойди на колено. Оттолкни от себя. Да, встань с другой стороны. Пойди к Каталину, толкни его. 4-4. Делай болевой, что ты его отпускаешь. А, все. Каталин, проигрываешь, он последний. Красавец, 4 балла. Я болевой, он тоже еще. Переверни, удержи его. Еще 4 балла. Шайба держания. Макс, стойку. Мате. Стали заправились. Стали заправились. Заправились. Саша, кто здесь выиграл?
хочешь? Слава Господу. Я просто мало сам убьешь. 84, да? Слава Славу. Итак, чемпион мира Максим. Ушли. Максим. Максим, убью тебя, еще раз проиграю. Кто? Все, ты так. Якобуц Андрей проиграл, выиграл. Молодец, чемпион мира. Итак, следующие вышли. Судя, судя. Репеди. Здесь, кто сейчас выигрывает, получает приз, первое место. Если ничья, значит Саша чемпион. У него первый старт выиграл, а если ничья, то... Первый Миша выиграл, второй выиграл Миша, значит тебе надо выиграть третий. И по качеству, олимпийский получается равное количество очков, то качество олимпийских игр выше. Значит, если начнется победить. А как честь? Здесь у вас он один номер.